Художественной гимнастики и ваш тренер по утренней зарядке. Начнем прямо сейчас. Поработаем над прессом, сделаем его крепким и красивым. Исходное положение лежа на спине, ноги вытянуты, руки над головой. Поднимаем корпус на 90 градусов и ложимся. Все вместе. Молодцы, правильно. Спина прямая. Еще раз. Ноги все время натянуты. Спину. Еще раз. Молодцы. Продолжаем работать над руками. Теперь рука идет перед грудью. Все вместе. За локоть берем правую руку и тянем влево. Теперь то же самое на другую руку. При этом спину стараемся держать прямо. Еще раз. Отводим левую руку вправо, а правую влево. Выполняем уже знакомые нам упражнения. Поработаем над гибкостью. Ложимся на живот, вырастаем на руках и прогибаемся назад. Все вместе. Ноги вместе, колени и стопы натянуты. Упражнение очень хорошее для спины. Молодцы, еще раз. Каждым разом стараюсь прогибаться как можно больше. На этом все. С вами была Юлия Барсукова. Удачного дня. Увидимся.